15 секунд. 4, 3, 2, 1. And we have engine start. Есть зажигание. И есть отрыв от стартового стола, друзья. Телескоп Джеймса Уэбба отправляется в свое путешествие длиной 1,5 миллиона километров, чтобы раскрыть нам тайны прошлого Вселенной. Ура! Наконец-то! Это произошло. Это произошло. Сейчас два боковых ускорителя отработают свои 200 с небольшим положенных секунд. И по традиции параметры ракеты-носителя в норме. Да. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Как говорили, не помню кто и где, но Земля подешевела на 10 миллиардов долларов. Действительно, действительно. И в каком-то смысле помолодела на 25 лет, потраченных также на телескоп. Мы видим телеметрию, друзья, высота, altitude, distance, пройденное расстояние в проекции на поверхность Земли и скорость. Так, это не пугайтесь, это у меня бутылка вина была открыта, все в порядке. Уважаемо. Да. Так, друзья, ждем отделение сейчас боковых ускорителей. Есть. И есть подтверждение из центра управления. Анимация, я не знаю, рендерится ли она в реальном времени, но мы ждем оператора сегодняшнего полета, чтобы он подтверждал все, что происходит. Набирает высоту. Ну, по крайней мере, можно смотреть на график траектории, который по высоте и... Так получается, да, там высота и по расстоянию от точки старта, и вроде как пока по расчетным данным идет. Да, он должен быть по расчетным. Буквально 6 секунд осталось до сброса створок, и ничто не будет отделять Джеймса Уэбба от космоса. Там мы слышим, что все номинально. Классный репортаж сегодня у Ariane Space, стоит отметить. Кстати, большое им спасибо за проделанную работу. И мы услышали подтверждение тому, что створки были сброшены. Тем временем мы ждем, кстати, завершения работы первой ступени и разделения ступеней. Буквально осталось 20 секунд до этого момента, и дальше уже продолжит работу вторая ступень. И у нас будет минут 15-20 пообщаться с вами, показать новый мерч. Поэтому ждите. Следующая остановка, точка L2, Лагранжа, действительно, Себастьян Перейро. А у нас... Тем временем есть подтверждение и разделение ступеней прошло, теперь работает вторая ступень. До скольки градусов Кельвина охлаждали шампанское, спрашивают у меня. Ну, как положено, я до минус 223 по Цельсию охлаждал. Яна Протека, большое спасибо вам за... поддержку проекта и за сообщение. Настроение отличное, и да, телескоп на орбите. Теперь мы ждем отделения его от второй ступени. Секунды осталось. Надеюсь, нам покажут. Ну, в анимации уже это произошло, сейчас мы услышим. Есть! Есть, друзья, есть подтверждение, телескоп Джеймса Уэбба отделен и... Он продолжит дальше путешествие в миллион раз больше, чем он сейчас пролетел, кстати. Не у каждой ракеты нет. Есть такое достижение запустить 10 миллиардов долларов на орбиту. Да, простите, не в миллион раз, а в тысячу. Но да, действительно, 10 миллиардов долларов на орбиту, еще и подальше от Земли. Не каждой ракете такая честь предоставлена была. Вот еще тысяча. Таких же 1500 километров стоит, предстоит, вернее, пролететь телескопу. Есть картинка, кстати, с отделения. И вот это уже действительно последние кадры с Джеймсом Уэббом. Можно помахать ему рукой и
и сказать прощай, друг, до встречи. Будем ждать от тебя научной информации и открытий. Мы слышим, как эмоции бушуют просто в центре управления. А, и вот, кстати, про скрытие солнечных панелей. Да, прям видно. Практически в прямом эфире, друзья. Я, кстати, не обратил вообще внимания. Спасибо, Дима. Открываются солнечные панели. Я правильно услышал, что чуть раньше, чем по плану? Интересно, по какой причине? 33 минуты говорили. Ступень закручивается. Что получает энергию веб. Мы открыли чудеса, о которых и мечтать не могли наши предки, гадавшие, что это за блуждающие огоньки в ночном небе. Мы пересекли Солнечную систему и отправили к звездам корабли. Но мы продолжаем поиски, не в силах остановиться. Главный элемент человеческого будущего далеко за пределами Земли. Если мы ищем космическое предназначение, давайте выберем достойную цель.